Добро пожаловать на Минуту Творения. Я Эрик Ховенд. Каков возраст Земли? Эволюционисты утверждают, что Земле 4,6 миллиарда лет. Но о чем говорят факты? Давайте посмотрим. Доказательств того, что Земля молода, очень много. Дерево Мафусаил, большой барьерный риф, скорость эрозии почвы. Эрозия континентов происходит так медленно, что они сравнялись бы с остальной поверхностью лишь через 25 миллионов лет. В Солнечной системе есть кометы, но все они живут лишь 100 тысяч лет. Почему же кометы существуют до сих пор? Пустыня Сахара увеличивается, нефть все еще находится под давлением, а магнитное поле Земли ослабевает, тем самым подтверждая, что максимальный возраст Земли 25 тысяч лет. Вращение Земли замедляется, Луна удаляется от нее, и население Земли составляет 6,5 миллиардов человек. Отмотайте ленту истории назад, и вы поймете, что все началось 4400 лет назад. Именно тогда, когда, согласно Библии, произошел потоп. Почему так выходит? Потому что Земля молода, а не стара. Чтобы узнать о творении больше, посетите наш сайт creationminute.com.